внесение поправок в Конституцию, знаете, они продиктованы теми вызовами, которые стоят на сегодняшний день перед Россией, и требованием времени. И знаете, к этому процессу нужно отнестись абсолютно нормально, это нормальный рабочий процесс. На сегодняшний день те поправки, которые рассматриваются, они охватывают вопросы, начиная от целостности и суверенитета России, заканчивая теми социальными вопросами, гарантиями, вернее, на сегодняшний день, которые там продиктованы. И та процедура, которая сегодняшний день прошла у нас в Государственном Совете, да, нужно отметить, что все фракции были единодушны, да, то есть понимали единое целеполагание в данном вопросе, почему и голосование прошло практически единогласно. Это очередной этап по утверждению данного закона. А в итоге окончательное решение будет принято на голосовании всем населением России.